Hello, turn on subtitles. Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам подписчиков мы построим DeLorean. Если вам нравятся такие машины, то прямо сейчас поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Большое спасибо моему подписчику Кримсону, он придумал этот механизм и сделал декор на одной из машин. А сейчас я вам расскажу, что он умеет. У него классная подвеска и он умеет летать. Давайте сейчас посмотрим наши приключения на этом DeLorean, а потом я вам покажу, как его построить. Время туториала. Ставим 5 любых заборов и на них ставим металлический блок. На рулетке масштаб ставим на 0.2, по максимуму сплющим этот блок и немножко раздвигаем его. Спереди ставим 2 сервопривода. И точно так же ставим чуточку подальше, но только нельзя, чтобы они друг друга касались. Соединяем сервоприводы с помощью деревянных заборов. Сзади делаем точно так же. На передних и задних сервоприводах ставим передние и задние колеса. Чуть ниже каждого колеса ставим по одному блоку. На каждый такой блок ставим по одному колесу и удаляем эти блоки. И не забываем поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Под четырьмя колесами ставим по одному забору. С помощью блоков соединяем их между собой. Соединяем их в центре. Внизу ставим два поршня и соединяем их забором между машиной.
Для удобства включаем прозрачность на 50% у механизмов, которые выделил я. Ставим кресло водителя. Первое кресло ставим на земле, а второе кресло ставим на машине. И отвязываем от того, к чему оно привязалось. Первое кресло нам больше не нужно. Привязываем колеса, как обычно. Выделяем 4 сервопривода, как я, и включаем у них обратный поворот. Удаляем 4 колеса, на каждый забор добавляем по еще одному и ставим передние и задние колеса. У всех механизмов, которые скрыты на 50%, отключаем коллизию, кроме колес. Задние колеса у нас привязались к кнопке. Их нужно отвязать и заново привязать только к креслу. Все готово. У механизмов, у которых прозрачность на 50% стоит, нужно включить прозрачность на 100%. Сохраняем и проводим испытания. Декор делайте так, как вам нравится. Я не показываю декор, потому что он занимает много часов. Спасибо за внимание. С вами был UGHGAMES. Всем пока!